Здравствуйте, уважаемые моделисты, вы на канале Воздушное Хобби. Как мы обсуждали ВКонтакте в группе Грозы, ссылочки я оставлю под видео, если кто не знает эту группу, возможность тест-драйва аккумуляторов. Все, у нас первый человек, который примет участие. Посмотрим, что из этого выйдет. Сейчас он... Мы просто выложили, чтобы он сам выбрал. А не типа мы подогнали аки какие-то специальные, которые мы там проверили, оттестировали. Не знаю, что с ними еще сделали. Добавили туда уксуса. В тесте у нас будут Алексей. Да. Если кто не знает. Меня тоже зовут Алексей, если кто не знает. Диногии... Графен Ультра, это 80C новой серии, все аккумуляторы на 1300, Онба 1395C и Tattoo Airline 1395C. Все аккумуляторы одноклассники, весят они одинаково, там различия, по-моему, в 1-2 грамма, в районе 180 грамм все аккумуляторы эти весят. Выбирай, Алексей. Так. Ну что, я, наверное, каждого по одному возьму, для того, чтобы многие люди могли понять и определиться все же, что для них будет более или менее в приоритете. Я гоняю, я не фристайлом не занимаюсь, вот, у меня аккумуляторы умирают быстро, поэтому посмотрим, на что не эти... живут. Да, они живут. Посмотрим, на что эти ребятки будут способны после на начальном этапе, то есть я их погоняю немножко, соответственно, чтобы они максимально были напитаны токами, сказать, амперами. Ну вот, и, соответственно, потом уже там на 20-30 цикле я уже дам окончательный результат, насколько это все сохраняется внутри этих замечательных аккумуляторов. Ну вот, как бы я давно мечтал потестировать Tattoo Airline, это 100%. Ну вот, также лично я дома у себя использую Dinogi. Это ультра графеновские, вот. Но я использую простые Dinogi на 1300, тоже графеновские, но не ультра. Поэтому для меня лично будет интересно сравнить, в чем же все-таки разница вот этого аккумулятора и да, аккумулятора, который у меня. Ну и, соответственно, сравнить вот эти вот два замечательных тоже. Airline, Dinogi, мне кажется, будет огонь. Ну, вот. Ну и, соответственно, всем известные аккумуляторы Onba, вот. Это на 95C. Это вторая версия, как Алексей говорит. Ну, вот, и, посмотрим, на, да, что посмотрим на что они способны. Вот, у меня также есть Onba, штучек 5, наверное. Ну, вот, один большой там по емкости 1800, по-моему, или 1700, не помню, честно. Ну, вот, ну и, соответственно, 1300 мА, но 70C. Вот, первой версии, заметим, не те, которые кто-то уже тестировал у нас в группе. Ну вот, соответственно, ну сравним со старыми Onba, эти Onba и, соответственно, Dinogi и татушки. Я думаю, у каждого будут хорошие характеристики, поэтому, ну, погоняем, посмотрим. Ну, по цене понятно, как бы, так, для ориентира, Tattoo у нас самый топ, дороже всех. В принципе, эти даже аккумуляторы сейчас, наверное, лучше ничего на рынке и нет. Да. На данный момент. Топовые пилоты за границей. Вот. Соответственно, Tattoo дороже всех. Потом у нас идет Dino. Тоже аккумуляторы заслужили уважение. Графеновые. И 70C серия, и 80C, если станет достойным продолжателем, это прям на уровне. Ну и посмотрим, как себе покажет Onba 95C. Понятно, что это дешевле всех, но по весу, по размерам, в общем-то, она попадает прям в них. Что немаловажно для меня. Вот, посмотрим. Всем спасибо за внимание, удачных полетов. Ждем от Алексея обзоров. Всем пока.